Притча. Сокол. Один знатный человек увлекался соколиной охотой. Как-то раз егерь принес из леса крошечного и едва живого птенца-сокола. Герцог сам выкормил малыша и отдал ловчему для обучения. Птенец вырос и превратился в сильного и красивого сокола. Вот только никто и никогда не видел его в небе. Все дни он проводил на ветке дерева, на которую попал крохотным птенцом. Человек любил, стоя на балконе, наблюдать за тренировками своих охотничьих птиц. Ловчий отлично знал свое дело, и в небе парили хорошо обученные орлы и коршуны. Но любимый сокол герцога по-прежнему не покидал своего места. Раздосадованный дворянин послал гонцов во все уголки своих владений с приказом найти человека, который научит сокола летать. И вот как-то утром герцог вышел на балкон и увидел в небе над замком своего любимца. Он был очень обрадован и велел немедленно привести к нему человека, сотворившего это чудо. Через несколько минут в покои вошел простой крестьянин. Удивленный дворянин обратился к нему с вопросом: «Как тебе удалось заставить его взлететь?» «Это было несложно, ваша светлость», — ответил крестьянин. «Я всего лишь спилил ветку, на которой сидел сокол. Лишившись привычного места, он вспомнил, что у него есть крылья, и взлетел».